Overwatch, я собрал вас здесь, чтобы отметить Новый год как следует. Давайте добудем ценный груз. Нужен план. Понадобится сила. И меткость. И хладнокровие. Я на передовую. А я что-нибудь взорву? Отлично, план готов. Берем тележку и толкаем в кассе. Ну, предлагаю размяться и сыграть каточку. Нас как раз шестеро, команда готова. Только у нас нет медика. Мне, конечно, все равно, я в сторонке постою. А вы точно уверены? Я без медика не могу. Давайте научим лечить обезьяну. Не обезьяна, а примат. Крампус ему прям к лицу. Настоящий бес с колесом подарков. Впечатляет костюмчик на Новый год. Тележку в таком толкать будет удобнее. Разве только с горы. Будь неуловим, как вода, и противник в тебя не попадет. Давайте пробовать. Лерой Бенкин! Чтобы победить, нужно не только действовать сообща, но и хорошо питаться. Толкать тележку – достойное занятие для воина. Вы толкайте, а я вон с той крыши постреляю. Ха! Хорошо смеется тот, у кого большая пушка. Спасибо всем, кто заряжает мне щит. Никто от меня не спрячется. Это я вам говорю. Кто тележку толкать будет? Ничего не знаю, у меня телепорт. Догоняйте. Меняю позицию. Я могу летать! Кстати, а давно подвимины выдавать стали? Ничего, прорвемся. Мандаринка? Бананчик? Между прочим, груз уже почти доставлен. Да? Что же, все? Поражение. Ну, будем считать, что у нас был план, но он не сработал. Но мы были близки. Вообще, это надо отметить. Присоединяйтесь к нам. Терпения вам и выдержки. Поменьше сюрпризов из тьмы в новом году. Взрывных праздников и неожиданных подарков! И помните, спорт – это здоровье! Хилыми ручонками ружье не удержишь! Никогда не знать поражения означает никогда не вступать в борьбу. С Новым годом! Великих побед и осуществления планов!